3 мая в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. 4 лота, выставленные на торги, предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 2 участка находятся в Романовичах. Начальная стоимость от 6,5 тысяч до 6 800 рублей. Еще 2 расположены на 2-м Луговом переулке. Стартовая цена варьируется от 19 до 22,5 тысяч. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.